Приветствую всех подписчиков гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией моего видео, но только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту — это рекламная, друзья, платформа Profit Industry. Я купила сегодня один пакет за $10. Это не матрица, не живая очередь. Это рекламная платформа от создателей Stream Reward. Все мы здесь хорошо зарабатываем. Вот. И чтобы нам шли начисления, нам здесь нужно, друзья, просматривать рекламку. Ежедневно 8 рекламок. Вот видите, смотри, давайте одну просмотрим, нажмем. Все это делается быстро. Вот идет отчет времени. Нажимаем, если хотим перейти на веб-сайт, если заинтересует, нажимаем сюда. Или возвращаемся обратно в кабинет. И вот у меня отчет рекламка, как бы. Это все я позже просмотрю. Далее, что я купила пакет, да, за $10. И мне доступна вот рекламная панель. Я могу размещать рекламку. Сюда буду вставлять ссылочку. Сюда загружу файл. И как бы нажму загрузить. У меня рекламка будет работать 30 дней. Так. Далее, что у меня на балансе, друзья, было $5 накапано реферальное начисление. Я их поставила на вывод транзакции. Вот вывод. $5 я поставила сегодня, 5.11. Приходит на почту пин-код при выводе денежных средств. Вот. Вставляем пин-код и нажимаем вывод. И денежка через 2-3 часа должна поступить на кошелек. Я уже ставить на паузу не буду. Я в комментариях опубликую вывод просто. И по MyADS Factory. Это аналог такой же. Вот здесь я тоже наращиваю пакет. Вот у меня 4 пакета за $7 куплено. Один мини и один за $15. Также я сегодня поставила на вывод. Проект платит все хорошо. Вот 5 ноября. Перевод выполнен. 6.93. Payer у нас берет комиссию. И комментарий MyADS Factory. Все замечательно платит. Вот. Ну, это, в принципе, все. Вот. Работаем. Буду тоже наращивать пакеты. И зарабатывать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.